Чтобы солнцезащитные очки стали не только полезным, но и красивым аксессуаром к их выбору, стоит подойти основательно. Правило здесь такое – форма очков подбирается по форме лица. Нужно посмотреть в зеркало и мысленно начертить некую геометрическую фигуру. И тип вашего лица будет как раз определять именно та фигура, которую вы нарисуете. Овальная форма лица считается идеальной. Любые очки подойдут к такому типу лица. Но очень экзотично будут смотреться, например, очки в форме кошачьих глаз или очки так называемые бабочки. Не рекомендуются очки грубые, тяжелые, чтобы не испортить. Если лицо круглое, задача очков – визуально вытянуть его, сделать более стройным. Обратите внимание на угловатые, прямоугольные или квадратные очки с широкими заушниками. Очки круглой формы противопоказаны, они еще больше подчеркнут полноту лица. Если длина лица примерно равна его ширине, лоб широкий – это квадратное лицо. Правильно подобранные очки помогут сделать его более стройным. Ваш вариант – овальные или круглые очки и очки-авиаторы. Они подчеркнут глаза и несколько удлинят нос. Противопоказаны очки квадратные и прямоугольные. Треугольное лицо или сердечко, как мы его иногда называем, оно характеризуется, так скажем, более узким лбом и таким заостренным подбородком. Задача очков солнцезащитных в данном случае – отвлечь внимание от каких-то расширенных, может быть, скул. И рекомендуемы в этом случае, опять же, очки с заостренными углами. Противопоказаниями являются тяжелые массивные оправы или оправы, которые вытянуты к низу, например, авиаторы. Обладатели вытянутого лица имеют ширину лица меньше, чем длину, так скажем. И в данном случае целью подбора очков является смягчить и зрительно уменьшить длину лица. В таком случае подойдут солнцезащитные очки квадратных форм, прямоугольных. Единственное, что нужно избегать, это широких массивных заушников. Обладательницам прямоугольного лица подойдут яркие очки с декором и широкими заушниками. Они помогут сгладить угловатые линии. От маленьких очков лучше отказаться.